приймати пиво. Такие сделали паспорта. Пятьдесят восьмые линии, 300-е, 55-е. Такие масочки. Девяносто девятая линия. Делаем очередную прививку. Третью зиму эта маточка племенная перезимовала. Это очень спокойная линия. Держу на сжатом гнезде ее. Она все равно работает, умудряется засевать полные рамки. Вы знаете, мы работаем по цвету в Баквасте. Можно сказать, мы единственные на наших просторах, кто работает по цвету. Не хочу вдаваться в полемики, но где стабильность по цвету, там идет стабильность по всем основным ХПП пчелы и Баквост. Пчеловоды, которые берут наш материал, а их примерно большая половина, это те, кто берет уже 2-3 года у нас. Они довольны желтым цветом в матках F1. В эту плохую зиму нам пришлось зимовать еще и весну. Но пчелы не только выжили, но и дают хорошее развитие. Сделали прививку. Ставим обратно. Мы держим на сжатом гнезде эту матку, но они все равно подливают. Такой расплод работает. И так работает маточка. Третий год. Это VIF-99. 58-ю смотрим. Одна из главных наших линий. Сокращаем ее, сжимаем, она все равно развивается. Ну, такая пчела, ей нужна надставка. Ну, нам не нужен намет племенных. Но вы видите, она работает. Все равно продолжает работать. Смотрим без дыма, как-то я не распалил. Это 58-я линия. Здесь сильнейшая генетика по цвету и по всем основным ХПП пчелы Баквост.
Они заливают, не дают матке работать. Вот они ващинку отстраивают. Матка ВИВ-58 также третий год зимует. Вот такой расплод у нее. Повторюсь, это сильнейшая линия по генетическому наследию Бакваста. Вот такой расплод. Матка работает третий год. Пчела спокойная, вы видите. Вот здесь выходит. Да, они подливают. Не дают матке работать. Будем прививаться. 58-я это дочка моей племенной 55-й. Видите, как передается генетика? Слово сказать, наша стабильность наших линий Golden Backus Беларусь заинтересовала селекционеров из Франции. В 2020 году они взяли, тестировали у нас маток ИО. Как мне написали в письме, очень-очень довольны нашими линиями. И в этом году они уже заказали больше 10 маток ИО нашей селекции. Им также интересен стабильный цвет в пчеле Бакваст. Хорошая зимовка. Поэтому споры о цвете Бакваста, о якобы гибридах, они не имеют никакой силы, даже темы для разговора. Я вам показываю продукт нашей селекции. Мы 5-й сезон работаем только со своими матками. Мы не завозим никакого материала извне. Работа идет только со своим материалом, со своими матками. У нас были только некоторые вливания по трутню. И это все пчела Golden Backus Беларусь. Многие просят меня снимать больше роликов о пчелах. Но вы знаете, совершенно нет времени. Да и что снимать? Пусть пчела сама показывает себя на пасеках пчеловодов. Это самый главный критерий моей работы. Мы уже делаем отправки. Вчера, сегодня маток ИО. Это ВИВ-58. Продукт 100% нашей селекции. Это дочка 55-й линии нашей. Ну, ставим рамку с маточкой в семью.